Какие-то три модификации новые. Да. Сейчас посмотрим. Надо для снайперки что-то придумать хорошее. Ладно. Бэк. Ну что? Сейчас я еще чуть-чуть, сейчас подожди. А, это не надо. А, вот боевая винтовка. Мину-укладчик. Ух ты, мне раскраску дали, класс. Интересно, наверное. Мне что-нибудь дадут? Догонят и дадут. Ух ты, а у меня на него много этих. Кстати, мощные гранаты, дробовик. Че ж взять-то? Гранаты лучше. Прицел. Приклад. Все, я укомплектован. Можно начинать. Красавчик. Так, ну что? Ультимейт бадас. Нет. Mm-hmm. Нет надежды в Хадли. Начинаем? Да. Yeah. Понеслась. Чужие колониальные морпехи. Что ты не так смотришь? Здесь вот я изумился тому, насколько... Есть разница в том, как выглядели люди в Alliance vs Predator 2010 и здесь. Причем в 2010 они, по-моему, даже чуть лучше выглядели. Хотя на самом деле там разницы особой нету. Но знаешь, какое-то то ли освещение, то ли какая-то тонкая настройка вот этих параметров. То есть в Rebellion на тот момент лучше специалисты были, которые могли нахерачить графику поинтереснее. Но да. В целом она, конечно, выглядит странно. Ну здесь везде эта хроматическая аберрация наложена, да, и поэтому такой эффект создается по современной графике. Возможно, да. Тут же везде, вот на любой, да, даже по центру смотришь вот на этого Человек-молоко. Его тоже... Ну я его здесь так себя называл. А Человек-молоко? Бишоп. Да. Не, Бишоп это из этого, из ГТФО. Ну я отсюда тоже. Из ГТФО это Дауна. Дауна. Так, что-то вы как-то не следите за планетой, да? Ну. Это магма, что здесь произошло? Интересно, какой углеродный вклад Google тут внес? Видео у них на сайте там. Мы внесли, ну как, перешли, как там называется? На нулевой углеродный вклад, типа, не загрязняет
Атмосферу используют только чистые источники энергии. Ну, знаешь, я бы сказал, что не всегда это нужно. Ну, да. С точки зрения терраформинга. Тут вообще да. Атмосферы не было. Если вспомним. Или там какая-то левая атмосфера была. Это тоже не важно. Углеродный вклад, не углеродный вклад. Главное, наверное, чтобы она не стала этим самым. Слишком... Главное, чтобы она сероводородной не стала, да? Да, венероподобной. Да. Хотя... Ой, смотри. Круто. Нога интересная. Кого-то напоминает. Здорово. Я смотри, а у него двухосный, четырехосный. Типа, естественно, анатомический. Нормально, продумано, нормально. Боевой. Аудиозаписи, 4 жетона и 1 вид оружия. Пистолет Гормана. Пистолет Гормана, может это там... Там только для меня можно было там патроны какие-то найти, а для тебя нет? Но у меня высветилось желтеньким там тоже. Слушай, я четко вижу, это амбиент окклюжен или что-то такое, круг оружия, которое в руках находится. Ну, то есть какая-то тень странная. А, да-да-да-да-да. Ну, то есть как бы вне. Да, я понял, да, чем мне говорить. Два слоя. Alright, let's get to operations and secure. We got over 100 trap heads. Ну все, подышали свежим воздухом. А у меня, кстати, за окном сейчас примерно такая же погода. Окей. Да наконец дождик пошел. А что, до этого снег был? Блин, жара под 20 градусов и отопление, которое никак не выключит. Вот сегодня выключили наконец. Что-то... Тупили или лень было, или что у них там? Не о, знаю. Аудиолог, кстати. Аудиолог нашли. У нас газа много, понимаешь? Можно и погреться здесь летом. От батареи. Да у меня просто кровать недалеко от батареи, знаешь, лежишь. Да тебе до батареи еще жарит просто. Да, какой русский не любит баню, да? Да-да-да. Каждое утро встаешь, как будто тебя ночью пинали. Главное, чтобы голова тяжелая не было. Да. Перегрето. Я сегодня утром проснулся такой. У нас легкий ремонт в доме. Ага. Ну, как бы гарантийный ремонт. И ну, доделают легкие косяки, которые появляются после пары лет постройки. Вот. И, собственно, мы поснимали все шторы, чтобы там можно было щели заделать нормально. И, собственно, теперь открытое окно,
и с утра солнце тебе просто в глаза светит, это такая, хочешь не хочешь, просыпаешься, и такая... Понятно, да. Странно, очень просыпаешься. О, док такс. На столе тут. Да, вижу. А ты взял? Да. Ну, я взял. Да что такое? У меня что-то все в горле першит. Першит? Ну? What kind of першит? Bishop and myself will shore up here to start diagnostics on any system that'll boot up. Bella and Reed will head out to the comm relay tower and secure an uplink to all our boys out there. Call them up, get them back. Sir, I'd like to go with them if possible. You and Winter are going to sweep the perimeter of the compound and plant motion sensors. Кто-то пил очень много кофе и проливал его, да? Тут какая-то картина Поллока. Так, тут открыли что ли или не открыли? Что тут такое? Да, вот они сюда все идут. Вот она, Белла, Рид. Рид. Shadow Legends. Это у нас кто-то что сделал? О, ты открыл? А ты чё, ты одна пошла? Ну из разряда, помнишь, там типа так, я какой-то датчик ставлю. Не ходи туда, тебя там ждут неприятности. Ну как не ходить, они же ждут. All right, just got the second sensor up and running. Affirmative, winner, all clear to continue. О, захваты. Кто? Лица хваты. Прикольно, тут отсылочка к чужим. Одна пустая турелька. Да. И 10 патронов. А, понял, да. Все, что нажито непосильным трудом. Bishop, you should have a clear link to sensor 3, over. Clear copy, winner. Sensor 3 has solid link. Озвучка Бишопа, что-то, по-моему, как будто настоящий, как из фильма дубляжного. Ну, мне кажется, что Лэнс Хенриксон не был особо успешным актером. Скорее всего, получал свои дивиденды от того, что снялся в этих, во всех этих фильмах. Но в целом, он, я думаю, он с удовольствием использовал все возможности там. Ну, еще где сняться, вот там. Все во всех играх озвучивал, там в ВВП 2010 озвучивал этого Бишопа. Здесь озвучивал, там в ВВП фильме играл этого миллионера. Я бы на его месте в какой-нибудь рекламе молочных продуктов тоже, например, снялся бы. Ну да, как бы все-таки деньги зарабатываются. Как бы извинить не за что. Ну, как бы, ну, не всем везет. Actual, come in. We got sensor 5 получить там мега роль. Брюс Уиллис как там поначалу выбивался из своего комедийного амплуа в том пеньке. Раз и оказалось, что он тоже неплох в качестве нового типа героя боевика. Там, правда, из этого амплуа героя боевика не вылазил до конца жизни. Крепкие нации. А? Да, крепкие нации, да, у него. Нац?
Че-то Брюс Уиллис, ты, кстати, сейчас, по-моему, там вообще подсдал, да? Ну да, там у него там с мозгом проблемы нашли, то есть афазия началась. Ну, то есть это... Ну, я понял, да, там, наверное, и деменции, и прочее, прочее. Да. Ну, как бы, с Ну... другой стороны, он вовремя понял это и... Не, ну вот фильм с ним вышел, ты космический, я не помню, как называется. Там до Какой хрена с ним в последний? последнее время вышло, потому что я так... Такая трошанина, я как посмотрел, думаю, ё-моё! Там же Просто жесть. фишка в А? том, что он вовремя чихнул, что с ним это происходит, и начал сниматься во всяком трэше, чтобы ему только деньги заплатили. Чтобы деньги платили, он мог отложить и там на семью, на все дела. Да. И, ну, а так Ну. он уже все как бы слова забывал, то реплики не запоминал. И А так, ведь знаешь, сработало. разговор мордой Ага. посвятил, как бы миллиончик получил. Да, я говорю, и сработало. Я увидел, думаю, о, Брюс Уиллис, фильм космический, фантастика. Надо Да. посмотреть. Там же такая фишка. Да я Как потом меня приедет убили. под. Блин. Блин. Ну что ж такое-то? Я тебя поднял, да? Да. Так, меня убили. Я... А нет, тебя не убили. Сзади. Теперь меня убили. Херня какая. Ух. А ты знаешь, что Пятый элемент хотели вторую часть снять? Да? Нет, не знаю. А что там могли снять? Ну, нет, конечно, вариантов куча. Это ж не закрытая история была. Ну, как закрытая, Ну да, ну но... Ну, в изначально, целом... короче, планировался двухсерийный фильм. Но потом все убрали, в общем, один фильм. И по идее там еще дальше сюжетик был, но уже мало, но полноценный фильм, короче, уже не тянул. Но идеи, короче, витали у... Ой, забыл, кто снимал? Не Люк Бессон. Спилберг. Люк Бессон, да. Ну, Бессона... знаешь, если сейчас придумали продолжение Гладиатора, хотя там умер этот герой, раз его кровь, я не знаю, там, с учетом того, что там целые вселенные, в общем-то, создали. Это так. Ну, наверняка могли что-нибудь и толковое придумать даже. Ну, помнишь, как это тысяча планет, что там это европейская там Да. европейская фантастика. Нормально ж было. Как бы звезд неба не хватало, но в целом очень смотрибельно и спокойно. Так, присоединиться к игре. А, тебя выкинуло. Меня вытянуло. Что делать надо, блин? Report back to the... А, просто обратно вернуться. Со всех пор. Так. Опять пошел обратно. Я, походу, вначале появился, да? А вначале это где? Это такой лайфхак. Ну... Куда иди-то? Окей. Бишоп, ну ты просто все в этой самой. Хикс, мой спаситель. My hero. Я успел, а ты я заблудился, но успел.
смотри. О. Круто, он у меня гранату в руках держит. Просто кулак сжал, а гранаты нету. О, аптечка. Так, что нужно притащить самое? Добыть турель для защиты центра управления, да? Так, там к тебе идет. А, прищучил его. Да что такое? Извиняюсь. Я пошел. Ой, блин, кто меня? Какая тварь? А, понятно, какая. Что ж такое? А, блин, да значит ты мне турель поднял. Так, я пошел. А, вот я вспомнил эту миссию. И что, и куда? Я продавал. Уинтер, поставь турель рядом с боеприпасами. А, я понял. А у тебя озвучка на русском или на каком? English. А, понятно. Не менял. Не менял локализацию. Это бот. А у тебя что? Да, понятно. На русском? Не на русском, да. А. Я тут поэтому и прикалываюсь. Уинтер, поставь турель рядом с боеприпасами, блин. Но он мне то же самое говорит, только на английском. Тоже так. Поставьте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Ну, поставьте. Слушай, это же классическая компания, да? То есть, ну, самая первая, так сказать. Просто классическая. Единственная. Ну, да. Ну, кроме DLC, конечно. Да-да-да. Ну, я тебе говорю, то, что это не DLC. Я об этом говорю, вспомнил миссию эту. Да. Ну, я играл, я проходил пиратку, наверное, в годах 13-14. Пойдем за второй. И вообще, все это было давно и неправда. Типа того, да. Но я же задеплоил. Попробуй ты задеплоить. Взять. Вернемся обратно. Ой, ты какой-то... Ай, зачем так больно делаешь? Да, иди... Попробуй поставить эту пушку. Вот эту, которую ты принес? Да, я тебе поставить. Он ее разворачивает куда-то, непонятно. Ну окей, ну вроде нормально, а чё деплой может и дефенды брейс. Блин, и чё, и какой следующий шаг? Ладно, пойдем посмотрим, может там где-то что-то надо сделать.
надо. Да я один раз уже брал смартган, что-то мне не очень понравилось. Ну ладно. Ну если вы, конечно, настаиваете. Ну где ваш смартган? А так нет. Стоит. А, где смартган, чувак? А вот. Copacetic, sir. Winner, let's roll. Надо сменить оружие. Да лечо, лечо. Здорово. Здорово. Куда, куда идти надо? Там двери открылись. Вначале. Винтов грифля. Нашел что-то? Да. Не, ну она у меня есть просто. Так, что-то я запутался. Я просто тут оружие выбирал. Угу. Патроны кончились. Слушай, так, так заходишь, и весьма очень такое аутентично, кинематографично. Угу. Да не, игра для своих лет на самом деле еще более-менее выглядит. Угу. Блин. Ну это да. Это да. Что-то тут интересное, есть что-нибудь? Я ничего нет. Да, я не могу жаловаться на то, что игра, ну, как бы, ну, ругает сюжет, все дела, но, тем не менее, я вижу, что она действительно как, ну, кинематографичный экспириенс. То есть, все-таки, там, 2010, я в ВП2, это все-таки игра играл, олдскульная. Здесь, я вас убивал. Ты никогда не пробовал жареных тараканов? От жареных гвоздей. Да. От жареных гвоздей не хочешь, а? А я к тому плаваю. Патрончики. Вот у меня тоже. Не, 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 не.
Это я дурак. Ну, по крайней мере, тут не это самое. Так, что-то у меня все закончилось. Кандари. Возьму твой дробовик. А тут аптечка, кстати, есть. Да, тебе нужна аптечка. Иди возьми. Смотри, может там какие-то док-таги. О, патроны. И док-таги лежат, кстати. Здесь, да? Да. Но не для меня. Видимо, я их уже подобрал когда-то. Так, надо оружие поменять. Да, я переключился на SMG уже. Так, вот это нормальное. Здесь пистолет, возьмем пулемет. Вот это все. Ой, извини. Завалили они его. Я с дробовика ты добавил. Два дебила это сила. Вставай, вставай. Нельзя так долго лежать. Это вредно для здоровья. Особенно в таком помещении. Блин, патроны. Как тут можно проходить, да? Всем ликвидировал! Всем нейтрализован! Сзади, сзади! Ай-яй-яй. Так, я это... Тебя боцнули, да? Видно? Может, они бесконечно лезть будут? Да нет, вроде спокойно, почти. А куда идти, куда податься? Сюда или туда? Вот сюда, там, по-моему, тупик был. Аптечка. Так. Да. А ты полный. Ну, ты жир, тебе нельзя аптечка, ты жир. Ой, хера, куда мы зашли? Кто где? Кто где, 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 где? Меня убили. Из жопы пронзили. А я, он меня это, он меня захватил, а у меня не появилась кнопки, типа, это, как это называется? А, видимо, КТЕшка не появилась. Док таги. А вот канализация. О, да, лежат. Спасибо. Ну все, я тогда все нашел. Мне еще одни остались. Я уже. Сейчас надо оружие какое-нибудь выбрать, эти патроны. Ну, вроде патроны дробовика лежат, не нужны. Вот здесь вот патроны. Дробовика лежат, да. Да, прям за тебя. Прям. Ой. Сзади. А чей это там хвост? Кто это тут прячется такой, да? Сразу. Нет, давай-ка.
Черт! Проткнул! Я вижу тень, да. Блин, не успел, да? Давай. Доживи до контрольной точки, черт. Не проткни меня! Все время меня проткнули. А я не понял, а как быстро надо было нажимать? Я не знаю, по-моему, это уже... На последней сложности надо просто раздолбать клавиатуру к чертям. Знаешь, как это было? А, ты в игре? Да, кстати, я удивился, ты действительно. Так, подожди, стоять. Луркер, вот луркер это такая тварь, которую надо бы убить нахрен. Так, сейчас патроны. Что это? Плазма пульс. Сдохни. Давай, извини. Ничего. Давай. Я хоть немножко согрелся. Не будь шашлыком. Будь тем, чем другие не были. Патроны. Здесь патроны какие-то модные, тебе, наверное, такие нужны. Да. Спасибо. Ок, так, бегай. О, чекпоинт. Слышите меня? Опасно, да? Стрёмно, когда дают слишком много патронов. Да. Ты подозреваешь неладное. Да. Вот сейчас если где-нибудь лежать смартган еще, я точно заподозрю что-нибудь. Да вы же давали смартган. Так, ладно, Рипли стайл пушка, это нормально уже. Что так много аптечек? 3 штуки. А, у меня есть. Ну, вероятно, на коп рассчитано, что тут будет больше, ну, кстати, чего. Да. Even travel arrival time. Так, броник нужен. О, пистолет Гормана. Нашел? Супер. Да. Я его уже не вижу. Ну что здесь? Пойдем? Да, пойдем. Свет выключить, не забудь. Фонарик. Сейчас потанцуем. Ой. Какие баги. Yes. 13-й. 14-й. 14-й уровень.